Как быть, когда вокруг тебя сотрудники работают и соседка курят и ругаются? Насколько это влияет на мое духовное развитие? Заранее благодарю. У нас есть летний семинар 20 июня. И там подробно разбирали этот вопрос. Женщина уже задавала. Григорий, добавишь что-нибудь, пару слов или поедем дальше? Ну, влияет, конечно, отрицательно, и это вам мешает. То есть это на вас оказывается давление. Если вы человек сильный, то для вас это дополнительная тренировка. Если вы человек очень сильный, очень творческий, вы можете их, в принципе, переделать. То есть переделать, не нарушая их волю, а так стимулируя, что они все бросят. То есть, ну, это всегда испытание, в этом плане тяжелое испытание. Если вы не можете бороться, ищите место, где будут люди, которые не будут подвержены этой паразитической привычке. То есть не можете, значит, боритесь с ними. То есть своим хорошим примером показывать. Вообще влияет, конечно, это тяжелое давление. Это будет на вас оказывать давление, которое будет у вас съедать ваши силы. Если вы не научитесь либо эффективно защищаться, либо быть независимым, либо то и другое вместе, то это, конечно, вас будет давить, и давить будет негативно. Любое негативное, что есть вокруг вас, оно вас тренирует, вашу силу воли и духа, но с другой стороны давит, отнимает у вас силы. Ну, таков мир, в котором вы живете. Вот, делайте свой выбор, выбирайте направление.